Итак, новая неделя, новые игры. И что такого занимательного я поиграл на этой неделе? Лайк, подписка, комментарий, чтобы узнать, где я прячу клубничные шорты и бороду. Первооткрывателем этой недели стала крайне странная игра на 3DO под названием Lost Eden. Кто-то назовет эту игру шедевром, я же назову ее квестом. Если вы когда-либо видели Dracula Resurrection или игру Necronomicon, которую, кстати, делали те же люди, то вы примерно понимаете, что тут к чему. История тут, значит, такая. Динозавры и люди в этом мире сосуществуют. Но они не то чтобы в лучших отношениях. Взять, например, Тирана Рекса. Он вот этих людей на дух не переносит. И обещает их всех уничтожить. А король людей ничего делать с этим не хочет. Хорошо, что его сын Адам, который объединяется с другими динозаврами и другими расами, чтобы положить конец тирании Рекса. По геймплею здесь поначалу вообще ничего не понятно. Я несколько минут пытался понять, что тут вообще нужно делать-то. А по сути, это квест от первого лица, где ты двигаешься от одной пререндеренной сцены к другой, попутно собирая предметы и разговаривая с людьми. Но в какой-то момент, на втором часу игры, все это превращается в своего рода стратегию, где ты должен построить цитадель. Делается это путем нахождения правильных грибов, скармливания их динозаврам, и после игры им на флейте они начинают строить. Звучит интригующе, да? Но это только начало. Потом ты должен идти в другую локацию и строить цитадель там. А потом еще раз то же самое в следующей. А потом ты должен вернуться назад в первую локацию, нанять там велоцирапторов с помощью золота, чтобы те дрались против тиранов за твою крепость. А потом, знаешь что? Нужно все то же самое сделать и в других локациях. Потом откроется новая локация, и ты должен сделать в ней то же самое, что ты уже делал и в других. И я так думаю, и дальше будет то же самое. Просто я игру не прошел, пока остановился. Сюжет и диалоги тут, конечно, интригуют. Музыка здесь огонь. Геймплей в целом несложный, но вот эта репетативность, она, конечно, подкачала. Я хоть и играл с гайдом, но в какой-то момент я его отбросил, потому что нужно было повторять одно и то же, снова и снова. Я бы хотел узнать, чем эта история закончится, но пока 8 правильных грибов из 10. Второй игрой была Myst, тоже на 3DO. Слыхал я про эту игру, ее многие считают легендарной. Так сказать, основоположником жанра симулятор ходьбы. Но на деле все оказалось ой как иначе. Вы играли в современную игру Witness? Так вот она, это Myst на стероидах. Значит, геймплей тут такой. Ты ходишь, находишь пазл, а решения нет, думай. И так по всей локации. Сюжет я вообще не понял, поэтому процитирую Википедию. Под управление игрока попадает безымянный человек, который натыкается на необычную книгу под названием Myst. Игрок читает книгу и открывает для себя подробное описание островного мира под названием Myst. Положив руку на последнюю страницу эту книгу, игрок уносится в описанный мир. У него нет иного выбора, кроме как исследовать остров. Вот оно как, я думал, что-то происходит. Спасибо, Википедия, я, видимо, отвлекся на чат. Осуждаю, если что. Так вот, загадки. Я вот сейчас сижу и понимаю, что я вообще ничего не запомнил из этой игры, так как из-за отсутствия какого-то повествования прямого, у меня в голове все перемешалось. Ты начинаешь у лодки, идешь вперед, находишь дом. Там стол. Ты садишься на него. И можешь смотреть на звезды. Причем там на панели поиска звезды цифры и слова. Можно выбрать день, месяц, время и год. Аж до 9999 года. И на каждом выбранном значении другое созвездие. Это я к чему? Вот нашел я пазл в игре. На нем клетки. Где-то 30 на 15. И каждую можно нажать. То есть комбинаций уйма. Дальше я нахожу книгу, а в ней решение этого пазла. И я начинаю листать ее, а в ней
300 страниц, и на каждой свое решение. Это я к чему? Вот нашел я башню, а в ней механизм ее же вращения. Повернул ее и решил залезть наверх. И нашел там надпись, подсказку. Стою и думаю, а что если еще раз повернуть ее? Спустился, повернул, поднялся. Все это за 3 минуты, а там новая подсказка. Записал, спустился, повернул, поднялся, записал, спустился, повернул, поднялся. Это я к чему? Захожу в комнату, а там ящик, а в ящике красный лист, который нужно вставить в книгу, которая лежит на другом конце острова, в другом мире. Да, тут есть разные миры. И вдруг понял, в игре инвентаря нет. То есть ты понимаешь, они сделали 10 тысяч плюс комбинаций одной загадки и 600 комбинаций другой загадки. И не сделали инвентарь. Вот это я к чему. Здесь полно всего, но не того, что тебе нужно. Есть загадка, но нет инструкции. А если она есть, то это не инструкция, а просто надпись. Это клапан, крутить! Я, конечно, не самый умный человек на земле, но для этой игры я слишком туп. И понять загадку с поворотом башни я даже с гайдом не смог. Но игра выглядит восхитительно и атмосферно. И заодно за это 77 777 созвездий из 10. И как и обещал, Mega Man Legends 2. 3D спин-офф серии Mega Man. Она не сильно отличается от первой части. В целом, все, что было в оригинале Legends, то и осталось. Данжи, магазины с апгрейдами, сбор предметов для создания оружия и экипировки. А сюжет примерно такой. Профессор Кэскет и его старый друг Вернер фон Блюхер проводит пресс-конференцию о предстоящем путешествии на западный остров в поисках материнской живы. Кэскет узнает в репортере Юни свою потерянную дочь Матильду, которая предупреждает их о катастрофе, которая может произойти, если они продолжат свое путешествие. Игнорируя ее предупреждение, Мегамена просят найти 4 ключа для того, чтобы попасть в материнскую жилу. Ну а по разнице с первой частью могу сказать, что во второй части в разы проще фармить деньги. Они прям сыпятся направо и налево. Жаль, что фармить все же пришлось, потому что с тем количеством хп, которое они мне изначально дали, я в целом ничего толком сделать не смог. Уровни поначалу сбалансированы более-менее адекватно. Подводит только управление. Но как только привыкнешь, что во время бега назад нельзя стрелять, все будет попроще. А вот боссы как были раньше, так и остались сложными, что пипец. Первый же босс — Роба-лягушка. Назовем ее так. Заставил меня буквально скакать по всей локации, потому что у меня нет хп, нет хилок, нет оружия. Драться с ним можно только на платформах. Упал вниз, и маленькие роботы затолкали меня до смерти. Упал в сторону, шипы забили. Стою на платформе, он спамит пузырями. Ненавижу пузыри! Пока уворачиваюсь от них, он спамит языком. И со всем этим он еще и лечит себя. И без апгрейдов с такими боссами драться прям невозможно. Заранее подготовившись, было бы гораздо проще. Но игра мне не то чтобы дала это сделать. В магазинах позже появилось все то, что мне было нужно 20 минут назад. И вот этот баланс, он на грани постоянно. Вот броня защищает на 25% от физического урона. И я точно знаю, что она мне ничего не даст. Потому что все враги сразу стали сильнее. И на деле ничего не изменилось. Я будто опять в Metroid Dread играю. Бесит, когда в играх так делают. Я особенно хочу выделить в этой игре бэктрекинг на примере последней локации. Суть такая. Лабиринт с изменением гравитации. Чуть ли не в каждой комнате противники, которых нужно победить обязательно, потому что двери закрываются. Победил, вышел из комнаты, не в ту дверь. Вернулся назад, дерись с противниками заново. После локация лабиринт, противников нет, просто долго ходишь и запоминаешь, куда идти. Перед последним боссом сюрприз! Босс Rush. Дошел до ласт босса, понял, что в данном состоянии и с этим оружием я его победить не смогу. Пришлось возвращаться назад, чтобы поменять оружие. И да, чтобы его поменять, нужно поговорить с Ролл на своем корабле. А он в начале в самом. И начинается рутина. Пройти все эти локации, в которых я уже был. И все видел. Еще раз. А потом еще назад идти. Делов-то минут на 30. И несмотря на все это, я умудрился пройти игру часов за 12. Так что она не короткая, но и не длинная. Но по сути тут 5 основных локаций. И они достаточно отличаются друг от друга.
Если вы думали поиграть в эту игру, и я вас сейчас убедил в обратном, вы не обращайте внимания, в игре прекрасная озвучка, великолепная графика, бодрая музыка. Так что тут достаточно много вещей, которыми можно насладиться. Я просто много ворчу на вещи, которые можно было сделать чуть лучше. А так, 8 макак из 10. Далее была игра The Last Bounty Hunter. На... я даже уже и не знаю, наверное, я про обе версии расскажу. 3DO и Wii. The Last Bounty Hunter — это лайтган игра. В ней вы охотник за головами, и вам нужно истребить всех бандитов в городе. С сюжетом все просто. А вот дальше техническая часть. Просто случилось так, что 3DO версия меня встретила, скажем так, без энтузиазма. Я пытался использовать мышку как прицел, но эмуль Феникс не дал мне это сделать нормально. То есть, если я увожу мышку сильно вправо, мышка уходит за экран, и игра становится неактивной. И я не могу играть и сразу проигрываю. Попробовал на геймпаде, а это вышел вообще полный кошмар. Целиться невозможно, прицел либо слишком медленный, либо слишком быстрый. Плюс на мышке для перезарядки есть кнопка отдельная. А на геймпаде нужно отводить прицел вниз экрана для перезарядки. Пытался поиграть через Joy-Con'ы от Nintendo Switch, эмулируя их как лайтган. Эмуль отказался их принимать в принципе. В общем, кошмар. Версию забросил. В Wii-версии, с другой стороны, все оказалось проще. Тут мне ничего настраивать не пришлось. Я просто сел играть и за час прошел ее. Версия огонь. Из минусов тут, наверное, интерлейсинг на видео. Все слишком быстро из-за 60 FPS. Но это ладно, привыкнуть можно. А вот к чему я не привык, так это музыка, которая каждый раз, как нужно стрелять, прерывается полностью. Видимо, из-за того, что видео стало в более лучшем качестве. Но опять-таки можно было музыку как-то на отдельную звуковую дорожку, что ли, вынести, чтобы, ну, не было таких проблем. Ну да ладно. Понравились мне тут дуэли, где у тебя нет патронов в пистолете, и нужно опускать пистолет вниз, чтобы зарядить его, и выстрелить быстрее противника. Диалоги и экшон тут вообще пушка. Мой, наверное, самый любимый момент, когда ты влетаешь в банк, а его грабят, и ты стреляешь в бандита, он падает, и женщина, убегая, кричит: «Я, наверное, зайду попозже!» Или шериф, который в начале уровня уходит из тюрьмы со словами: «В тюрьме Бонд, мне пора идти!» И уходит. Или помощник шерифа говорит тебе: «Ты тут не нужен!» Через секунду он получает пулю в грудь и, падая, говорит: «Я ошибся, ты нам нужен!» В общем, создатели знали, как все это нужно подать для игрока, чтобы даже проигрывая, он наслаждался происходящим. Кстати, о создателях. Респект всем каскадерам, которые участвовали в создании этого шедевра. И очень жаль, что такие игры больше не делают. 9 шерифов из 10. Далее был Sonic 3D Blast на Sega Saturn. И, честно, я ожидал, что это будет один в один игра с Mega Drive. Так-то оно так. Структуру и геймплей они не изменили, а вот графен, он стал еще лучше. Тут и эффектов накрутили новых, всякие там туманы, снег, музыка стала сидишная. В начале игры теперь нас встречает 3D ролик, бонусы поменяли. Теперь они как в Sonic 2, только уже в настоящем 3D. Есть карта, где показывают, где ты мог потерять птичек. Крайне интересный порт, и внимание определенно стоит, особенно если вы фанат Mega Drive игры. Я вот хоть и не фанат, но 8 молочных рек из 10 я поставлю. О моей ГНГ ретроспективе. На этой неделе были весьма неплохие игры, кстати. Первая была Ghouls and Ghosts на PC Engine. Весьма интригующий порт. Не то чтобы похож на аркадную версию, но ближе к сеговской. Основное ядро здесь не тронуто, так что играется как аркадная игра. Отличия, конечно, тут есть. Это ограниченная цветовая палитра, немного другие инструменты используются в музыке, и персонаж более широкий. Контов тут 3, с Konami-кодом можно сделать 9, чтобы хотя бы игру посмотреть. Честно сказать, игра меня немного взбесила. Потому что тут какое-то неконтролируемое количество противников, и они все постоянно стреляют, ничего подобного я даже в аркадной версии не встречал. Ну и даже с 9 контами я ее не осилил. Ну хотя бы попробовал. А то, что я напробовал, это 7 широкоплечих рыцарей из 10. Второй игрой была Ghouls and Ghosts на персональный компьютер Sharp X68000. И скажу я тебе,
Это первый и, наверное, последний идеальный аркадный порт ГНГ. От начала и до конца эта версия — это копия аркадной игры. За исключением меню на титульном экране, где можно настроить сложность, количество жизней и т.д. Контов здесь 9. Если знаете оригинал, проблем не будет. Прошел в 3 конта и даже не вспотел. Идеальный порт, 10 бородачей из 10. Третья игра ретроспективы была Ghost and Goblins на DOS. Сразу 10 из 10 за вступительную картинку с улыбающимся мужиком без бороды, который пытается рубануть мечом красного демона, который, видимо, какает на кладбище. И за экран хайскора, на котором на 7-м месте расположился человек с великим именем. По игре могу сказать, что она другая, особая. Артур тут выглядит как-то иначе, будто с задранным вверх носом, и у него синие трусы. Кто бы ни делал этот порт, я разочарован в них. Контов тут нет, 3 жизни, второго круга тоже нет, есть контролируемый прыжок, на первом уровне можно найти щит, и все боссы им убиваются. Противники иногда просто не спавнятся, поэтому я всю игру бежал сломя голову, чтобы ни с кем не пересекаться. А когда столкновения все же происходили, я выходил из них победителем, потому что любое оружие тут имба. Просто спамишь кнопку, и ты победил. Но главный минус тут, и это, конечно, полный бред. Если ты поднялся вверх, то вниз уже не спуститься. Коснулся низа экрана, умер. Я раза 3 переигрывал уровень 2 и 3, потому что шел по привычной дороге вверх. Но вниз-то нельзя спуститься. А как тогда? А не поднимайся вообще, иди сквозь стены. Как только это станет понятно, то игра будет вообще изи. Так и случилось, а еще случилось, что я ставлю этому порту 8 синих трусов из 10. Неделя пролетела просто мгновение ока. Было много интересных игр. Из того, что я еще поиграл, но не упомянул, это Gargoyle's Quest 2 на NES. Потому что проходил ее уже и не раз, игра шедевр. И Star Control 2 на 3DO. Потому что я даже не знаю, что тут говорить, кроме как это обычный космосим. No Man's Sky на минималках. И очень репетативный. Если понравилось видео, оставьте лайк и комментарий. Так я буду знать, что этот формат вам интересен. А я буду закругляться, ведь есть еще много игр, и сами они себя не пройдут. Пока!